бронзовым призером на чемпионате Европы прошлого года, завоевала бронзовое упражнение с обручем и булавами, и также она бронзовый призер чемпионата мира в упражнении с лентой. Очень интересная гимнастка, очень такая по-хорошему напористая, быстрая, поэтому давайте посмотрим ее выступление. Знаете, если Леной удается пробивать своей энергетикой экраны телевизора, то смотреть вживую прямо как будто бы ковер горит под ее ногами.